Вот такой вход в отель. Тут красивые такие фонари висят. Так, заходим. Это лобби. Здесь обычно проходят встречи с гидом. Тут диванчик стоит, столик. Так, ну тут, видимо, какой-то магазин был. Сейчас он не работает. Информационная доска. Это ресепшн. Вот, и вот такой красивый-красивый тут второй свет с люстрой. Минус первый этаж, он не для посетителей, номеров там нет. Здесь какие-то тоже объявления, декоративные картины. Так, здесь тоже доска с объявлениями. Здесь есть стеллаж с книгами. Даже в прошлый раз здесь видела книгу на русском языке. Но сейчас не осталось, сейчас все английские. Так, тут тоже какая-то информация повешена. Здесь есть туалет мужской, женский. Так, информационное табло. Еще какая-то информация. Так, тут есть диванчик. Вот, ну и какие-то еще два помещения хозяйственные. Я не знаю, что в этих помещениях. Вот это крыло, в котором находится наш номер. Вот напротив второе крыло. Тут лестница. Красивая такая винтовая. Вот здесь второй свет. Очень красивая такая люстра кованая. Витражные окна тоже с ковкой. Очень красиво смотрится. Вообще лобби очень красивый. Вниз можно спуститься хоть на лифте, вот лифт, хоть по лестнице. Вот такой вид с четвертого этажа. Здесь мансардные номера с мансардной крышей. Вот, вот так такой же коридор. Еще тут есть номер, видимо, какой-то особенный. Не знаю, может, он побольше, может, покрасивее. Президентский написан. Вот, ну и это крыло точно такое же. Симметрично.